Ну что, Жека, давай, вставай. Утро уже. Если утро. Давай, новую серию. Дай поспать, пожалуйста. Какие поспать? Какие поспать? Новую серию Спая нужно записывать. Ты меня бьешься, вставай, Жека, пошли. Надо выбираться с этого мира сраного, давай. Выбираться куда? Я пока лайки не поставят, никуда не пойду. Лайки. Ну, в принципе, да, ладно, можно лайки на вот этот летсплей, на вот это выживание. В принципе, без лайков мы никак его не закончим. Поэтому лайки нужны. Пошли, Жека. Хватит валяться. Да куда? Да пошли, ну, пошли. Иду. Чё? Куда? Ты меня спрашиваешь, куда? Да откуда я знаю? Нам нужно выйти с этого мира. Ну вот куда? Пойдем в ту сторону. В ту сторону пойдем. Куда? Алло! Найдем. Вот я. Сюда. Все, вот, пойдем. Ой, Жека, пойдем. Так, куда мы сейчас будем идти? Слушай, может, в эту пещеру пойдем? Может, что-нибудь интересненькое есть? Нахрена в пещеру? Ну, то есть у нас ресурсы уже есть, как бы, поэтому... Да, ну ты смотри, какая-то необычная пещера. Ой, тут кто-то стоит, по-моему. Слушай, это не вот тот дебил! Это тот, который... Блин, его нахрен! Ура, мы можем здесь выбраться, ура! Так, книжка, читай, Жека, читай. Давай, ты читай, я не хочу. Так, Троллькрафт называется, Жека, Троллькрафт называется. Может мы... Значит, мы выберемся отсюда. Выберемся? Ура, давай, читай быстрее. Ну давай, читай быстрее, я не хочу будет читать больше, я не буду это читать. Подожди, Жека. Чтобы выбраться с этого мира, вам нужно пройти его. Убить всех боссов, добывать все ресурсы, попутешествовать в другие измерения. Удачи. Твою мать, так мы, типа мы это не знаем. Чего? Это просто справочник какой-то. Да засуньте вы все в жопу этот справочник. Охренеть. Подожди, я пойду его сожгу. Давай, Жека, давай. То есть, это мы не поняли, да, с первой серии, то, что нужно пройти вот этот мир. Вашу мать. Выкинуть, а ну держи, я не знаю. Давай, Жека, давай, нагибайся, засуну тебе. Давай, подожди. Давай. Опа! Да, все. Ты его выкакал? Да, давай, пошли. Жека, что нам надо делать? Ну смотри. Может, мы как-то обманем вот эту всю схему, найдем какой-то мир другой, и через него выберемся. То есть, ну, в принципе, он же говорил про какие-то новые измерения, мне кажется, вот. Как раз вот. Опа. Прикольно, Ладно, все, пойдем пошли, искать. Пошли. Так же. А что ты вообще в этом мире есть? Я как бы вообще не могу понять. Я откуда знаю, пока что вроде. Смотри. Ну, не считая вот этих живых деревьев, видишь, что там. Да, поэтому, Жека, я не знаю, куда нам идти, честно. Бежим вот туда, прямо куда-то. Я забыл все из бэкпака выложить. Ну, ой, забыл он. Так, а может сейчас вот это уже можно бить? Не, нельзя. Они что-то какие-то мирные, неинтересно, Жека. Нельзя. Мне кажется, что их как-то можно поджечь. Вот мне кажется. Может. Да. На, держи яйцо, Жека, держи. А что ты пупка своего не взял? А пупок умер. В смысле умер? Я не знаю, я вот что-то зашел в этот мир, да, такой поиграл, пока без тебя. А, охренеть! То есть он без меня играл. Ага. И пупка, видимо, нужно было кормить, и он откинулся. Да, ты его не кормил. Так, ладно. А чем сюда забежали вообще в эту. Я не знаю, мы просто бежим вперед. Смотри, смотри! Что это такое? Что это такое? Вообще. Я думал, оно мирное. Так, Жека, еще один! Он меня отравил, паскуда. Меня тоже отравил. Пошли, бежим отсюда нафиг, бежим. Не нравится мне вот это болото. Опа, смотри, муравьи. Какие муравьи? Вот смотри, муравьи. Муравьи? Ладно, не... муравьи? Да вот муравьи, не видишь их? Да я понял, только ну, что это, что они тут забыли? Не знаю. А когда стрекоза за мной, смотри, летит, москиты, они кусают. Да, валим отсюда, убивай, овечку вот эту. Так, прикольные шапочки тут есть. Ой, так, пошли. Так, бежим. Голубь! Что это? Голубь! Это ты. Так, все, пойдем. Это не я, пошли. Да. Смотри, пупок еще один, Жека, смотри. Пупок! Два пупка. А это большой пупок, это прямо анаконда какая-то. Давай, вали его! Вот, что там выпало, или мне показалось. Я тоже убью. Давай. Так, Жека, что тут есть? Какой-то лес, ничего нормального. Пошли в сторону башни, мне кажется, в сторону башни. Побежали. Так, бежим. Жека, опа, смотри. А, это деревня еще одна. Я уже обрадовался, то, что мы что-то нашли, тут нифига нету. Не, в деревне тоже пока не особо хочу идти. Ай, какой-то босс, зайди сюда. В смысле босс? Там босс. Давай, ну. Ох ты, нифига. О, это, что это было? Кто взорвался, Жека? Я что-то не понял, он меня взорвал? А, то есть ты умер?
Да, у меня убил с одного удара. Хе-хе, прикольно, я жив. Что это за фигня такая сейчас была? Прикольно, Жека. Так, чем? Я видел там горы. Я сейчас сдохну нафиг. Я сейчас сдохну, Жека! Жека, меня змея укусила, отсоси яд! Отсоси! Отсоси! Не хочу сам отсасывать яд. Пойдем, пойдем. Не хочет друга спасать. О, там горы, Жека, в горах мы еще не были. А, ты вот на ту гору, а может... Да я иду туда. Я просто там какую-то новую руду вижу. Непонятно. Какой у меня где? Посмотри, посмотри. Вот там, видишь, синенькая такая. Вот там, вот там. Пойдем добудем. Ой, чё, кто-то разговаривает? Не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я убил козу. Я кого-то приручил. Странно, странно, что сейчас было. Не знаю, просто... Вот это что такое? А, я думал, вот это шляпка. Пошли, мне интересно, что это за руда такая. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Здесь голод быстро заканчивается, мне еды не хватит так. На. У тебя что, есть еда? Немного. Это азурит. У меня тоже какой-то новый. Я новый какой-то тоже руду нашел. Азурит. Что это? А я Ancient Dry Creos Saurus Spaven Egg. Кого? Какой-то Spaven Egg нашел. Такая, это что такое? Ancient Dry Cinnamon Spaven Egg. А как эти Spaven Egg? О-о-о. А что с этими Spaven Egg'ами делать? Не знаю, Ancient Dread, криминал какой-то. Какой криминал? Сам ты криминал, Джека. Так. Криминал спавн экт. А их как-то спавнить можно, я вроде знаю, только не помню как. Но я его... Где мой бэкпак? Джека, ты что, его посеял? Алло. А может, когда ты умираешь, у тебя бэкпак упадает? Ну-ка, дай проверю. Не-не-не, где-то... Я тебя сейчас нахрен убью. В смысле, как я куда его дел? Не... Не, он не пропадает, он просто в инвентаре. А у тебя, походу, фулл инвентарь был, да? А, не-не-не-не-не, вот он. А, вот он, слепошарый просто, слепошарый Евгений. Ага, как его одеть, как его... Жека, ты дебила кусок, ты в курсе? А, вот, смотри, смотри, Жека, что это такое? Иди сюда, иди сюда. Подожди, мой бэкпак куда-то упал, вниз, что ли? Я заколебал, дебил, дебил! Он меня бесит. Я его подобрал, иди сюда. Все, я иду. А, тут какой-то мистик эндермен, иди что, не надо нам никакого мистика. Помогите! Помогите, мистик Эндермен. Тварюга, скелетон. Ня. 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 Меня убегает, это не любит. Все. Вы мне постойте. Иди сюда, быстро. Давай, давай, давай. Так, тут еще убегай. Один Эндермен, иди сюда. Да меня посрать. Жек, я с тобой не хочу дружить, все. Да подожди ты меня, я бегу. Я просто тут какую-то необычную фигнюшку нашел, Жек. Да я вижу, я бегу. Жди меня. Бежи. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Вот этот мистик Эндермен меня убивает. Да, потому что за мной надо было... Вот так тебе и надо. Подожди, что это было, Жека? Это улей нахрен! Ты зачем в этот улей зашел? Это улей? Жека, она меня с одного удара убивает! Так. А, то есть ты мне вообще не помогаешь, да? Ай! Я не твой враг, хватит меня убивать. Иди сюда, беги! Я убил одну! Ты тут дохренища, одну он убил. Я убил одну, Жека. Да ну ты, конечно, молодец. Еще одну убил. Да ну ты молодец. Я молодец, молодец. Жека, я молодец. Да. Давай валим нахрен отсюда, валим отсюда с этого проклятого места. Ну что, Эдисон, что, я где-то какую-то штуку заметил, вот смотри, ты видишь это? Подожди, Жека, нет, я не вижу, потому что у меня тут... Подожди, иди сюда, Жека. Подожди, я тоже кое-что нашел. Смотри, Жека, что такое? А почему я не вижу? А я тоже не вижу. Подожди, потому что нужно принять? Лего. А, вот. Дон. Эй, Джаку! Смотри на меня, Джаку. Братан! А ты кто такой? Ты кто такой? Ты шуть, шуть. Сюда, ты. А ну, зачитай рыбчагу, Жека. Рыбчагу давай. Я сегодня встал не с той ноги и... Ну все, хватит. Ой, Жека! Жека! Пальчик, чё тут? Он плюется не знаю чем. Смотри, Жека, смотри. Что такое? Чё, кто это вообще? Он тут! Итак, Жека! Ааа, не... Да. Валим! Беги, он стреляет! Иди сюда, Жека. У меня такое предложение, Жека, знаешь какое? Очень хорошее предложение у меня есть. Смотри. Я бью льва. Ой. Да ты дебил просто. Так, смотри. Ну давай. Берем верстачок, да. Смотри, взяли верстачок. Нифига, ты жесткий. Там за тебя жук бегает. Давай, посмотри. Так, смотри, взяли верстачок, да. Ну ладно. Да. Смотри, взяли верстачок. Взяли? Смотри. И сделал фул. Кто меня ударил? Фул железо сестра. А тебе бегаю, маленькая хрень какая. Какая маленькая хрень? Так, Жека, у нас уже фул железо. А может. А мне! А мне! А мне! А, подожди, я нашел какую-то кольчужную броню.
Да, сдохни. Спасибо, спасибо. Лучше на него даже бегать, бежать не буду, все. Спасибо за помощь, Жека, спасибо за помощь. Тебе что, тоже железную сделать? Да, да пофиг, у меня тут тоже так. Нормально. А у меня просто... Знаешь, что мне интересно, Жека? Мне просто одна вещичка просто... Блин, тут всех мобов, войдите тут сзади, беги! Жека, вали отсюда! А может мы его как-то... Блин, тут еще эндермен какой-то жесткий. Так, Жека, у меня просто есть приложение одно небольшое. Такое небольшое приложение, знаешь какое? Какое? Смотри, какое? Подойди, иди сюда. Сейчас мы станем с тобой мамой и папой. Смотри. Я воскрешу этого дебила. Не знаю, кто это такой, но я воскрешу, смотри. А где ты его взял? Да. Прикольно, это хрень. Но, Жека, смотри, у меня еще одно предложение есть, смотри. А чё, кто это? Откуда у тебя со спавна было? Смотри, берем за очком сейчас заспавим, смотри. Мы сейчас заспавим Сефодрома, какой-то ариан. Слушай, это что, читер, что ли? Чё, откуда у тебя эти спавны? Ну смотри, мы же добыли в горах вот эту фигню, помнишь? Да, и чё? И их можно переделывать, яйцо спавна. Как? Не скажу, Жек. Серьезно, скажи, на смотри, как? Смотри, Жек, мне интересно, кто это такой будет. Ты нормально вообще взял меня, убил. А как ты это делаешь? А кто это такой? Я не знаю, кто это, но это Жека, мы его никак не сможем убить. Аэродром. Жека, аэродром. 4 урона. Нет, Жека, мне кажется, мы его никак не сможем убить. Жека, нет. Не знаю, может... О, слушай, у меня есть идея. Ну? У меня есть одна маленькая идея. Да не надо его бить, он тебя загрохает, смотри. Просто помести в крафт с этим ведром. Давай, быстренько. А что, у меня ведро пропадет, да? Нет, только вода пропадет. Да? Давай. Бей его! Опа. Опа. Штанишки. Blast Protection, ну да. Жека, спасибо. А прикольно их так спамить, давай еще, Жека. Так, давай еще, сейчас, Водичку наберу, водичку, да, давай. Сейчас бандюганов бить будем, давай, ой, Жека. Ой, я что-то боюсь. Что за пузатый криминал? Криминал, давай, босс мафия. Это политик, Жека. А, это политик? Да. Ну, криминальный политик. Ой. Спасибо, твою мать. Спасибо, Жека. Прикольно. Мы теперь богатые. Прикольно. У нас есть пруды, мы теперь можем торговаться. Прикольно. Так, а что мне еще выпало? Мы, может, по дороге что-нибудь найдем. О, Жека, смотри! Иди сюда! Жека, иди сюда! Иди сюда, смотри, какое деревцо прикольное вот там, видишь? Какое? Вот там. Да, вперед. Пошли, давай, Жека, давай. Что это за садок? Ой, Жека! Ой-ой-ой, оно дерется, Эдисон! Оно дерется! Так, мне это не нравится. Так, давай внутрь. Жека, внутрь. Я сломалась. Быстрее залазь, там какая-то фигня меня сзади бьет. Листва это. Ой-ой-ой-ой-ой! Жека, ломай! Разломал, вторую разломал. Еще одну. Ага, так типа. Жека! Да помогай мне, не смотри, дебил. Там фигня всякая. Так. Ой, меч. Нееееее, прикольно. Я заберу базы. Че, сколько этот меч наносит? Ну, нормально. Капец, он еще и отравляет. О, отравляет, прикольно. Прикольно. Так, да. Что тут у нас еще есть, Жека? Мне нравится вот этот меч, мне прям нравится, он очень нравится. Мне не нравится, что у меня места в инвентаре нету. У меня тоже, прям жопа какая-то. Прям жопа. Так. Ой, ну смотри, Жека, ну не зря мы сюда пришли, не зря, я тебе так скажу. Жека, мне не нравится наша бронька, вообще не нравится. Вот честно тебе скажу, вообще... Можно что-то скрафтить. Опа. А мне кажется, что Лаки блок, открываешь? Я ломаю. Прикольно, Жека. Я заколебался уже умирать, помогите. Что такое сложное выживание это? Жека, я хочу деньги. Ой, что за звуки? Чего? Я нахрен реально испугался Эдисон тут. Жека, что такое? Это домик. Внутрь, давай, Жека. Тут есть ход. Ломаю проход. Жека, меня кто-то бьет, я не понимаю кто. Ой, крысы! Это я не знаю кто, да, это крысы. Что за звуки страшные, ломай, Жека, смотри. Ломай. Что это такое? Они сзади, я не вижу, они... Там. Соленая руда какая-то, зачем она мне? Empty map. Да. О, хапчик. Ай-яй-яй-яй! Жека, я боюсь. Давай. Жека, я возвращаюсь, я тут. Смотри. А кого мы сейчас заспавим, Жека? Кого мы сейчас заспавим? Смотри. Подожди, я еду себе делаю.
Хорошо, делай, хорошо. Так, все, я делаю. Хорошо, делай себе, делай себе. Ой, ты дебил! Сейчас умру же, ну нахрен тебя. Еды нету, я все там поставил переплавляться. Давай. Жека, ты его почти уже убил. Нисан, грохни его. Я бью его, бью, Жека, половина хп. Бэкпак, мой бэкпак, подожди. Может быть, это с другой... Он все проходы заставил. Су! О, ой, наконец. Бэкпак, забирай, бэкпак, забирай. Забрал. Так, мне выпала какая-то фигня. Моленоид, ну, короче, нос его выпал, я не знаю, что может быть. Кого выпал? Кто выпал? Нос, прикольно, нос. Нам нужен нос, Жека, вот прям нужен, честно. Мне кажется, это пригодится. Так. Прикольно, сейчас, пацан. Я спавню, да? Кого? О, ты что? Ты же дурак, какой... Кто это нахрен, убей его? Там еще какой-то баг. Не-не-не-не-не-не-не-не, я не с ним, уйдите от меня! А-а-а! Бей его, он прыгает на нас, Эдисон, убей его! Фигачь его убью! Охренеть, да он уносит! Ладно, чё мы делаем? Подожди. Сейчас. Чё мы делаем? Мы вначале делаем верстак. Вот, подожди, я сделаю верстак. А, я сейчас сделаю нам два лука. Ай! Эдисон, я прав! Такой полчаса смотрю, как он к тебе подходит сзади, вот там бум-бум такой. Я тут тебе лук, значит, делаю, ты меня вот так вот, да? Жека. Эдисон, мы его убьем, мы справимся. Просто бей его. Он регенится быстрее. Да, прикольно. Да не регенится он вообще. Прикольно. Все нормально. Вот, у него уже осталось 80 хп, Эдисон. 80 хп. Давай. Да твой! Меня тоже убили. Жека. Все, Жека, я зол. Так, где он? Всё, давай, мы его сейчас не вяжем. А он пропал, мне кажется, или нет? Жека. Реально пропал? Жека. А, ну что, мы оба отсюда ушли, поэтому он и пропал. Зачем я тебя слушаюсь вообще, Жека? Я не знаю, зачем ты меня слушаешься. Я всегда предлагаю такие мысли, офигенные как бы идеи. Да, я заметил. Может, по-быстрому попытаемся это пройти башню, может, в ней потом будет броня, а то она у нее сейчас сломается. Ну, ладно, давай, пошли. Только она какая-то немножко забагованная, или что-то, что с ней? Нет. Что с ней не так? Ага, не, все нормально. Так, бью. Жека, бей скелет этот! Всё, давай, ломай. Всё, так, фигня, я даже брать не буду. Давай, выше. Дальше. Выше. По шустрику просто пройдем. Давай. Смотри, мне какое у меня есть предложение. Ну. К тебе! Пройти эту башню и пойти немножко посидеть в шахте. Ну, то есть, не прям про... Блин, опять я умер. Ну, в принципе, Жека... Не просто покопаться, а там погулять. Я согласен, потому что и ресурсы нам нужны какие-то. Да твою-то мать! Да, и мы добудем уже сразу несколько серий вперед. Да. Вот. А то с этой бронькой... О, такое себе, знаешь, такое себе. Mm-hmm. Бронька... Ой-ой-ой, босс! Сам, я заколебался умирать, пожалуйста, хватит меня убивать. Ты путаешься под ногами, так. Пошли. Сломал. Есть там... Ой! Что за хрень? Кто стреляет нафиг? Это Жека! Бей его! Я упал вниз, я умер. Я тоже на один уровень упал. Подожди, упал. Я это пахнусь. Где он? Он наверху, вот он. Вот он упал. Бей его. Опа. Забирай. Алмазы! Я взял 6 алмазов, всё, погнали. Пошли наверх, а там сундук еще есть. Там сундук наверху есть. Да нафиг, сейчас всё взорвётся, Эдисон, быстрее бери его. В смысле взорвётся? Ничего не взорвётся. Там сундук. А, нет, сундук. Тут башня сейчас взорвётся. Стой. Я убегаю, я прыгаю. Стою такой наверху, никого не трогаю. Я предлагаю все же реально найти какую-то шахту. Все, хорошо, давай. Например, ищем. А то так не дело, Жека, не дело. Я просто уверен, что там есть какая-то нормальная руда, с помощью которой мы сможем скрафтить нормальную все и броньку, и мечи, и потом бить вот этих всех боссов. Да, хорошо, давай. Чё, будем просто вниз копаться или чё, или как? Ой, я не знаю. Ну я просто ищу. Давай ты вниз копайся, а я так поищу. Я спавнился возле нашего дома, а ты тут чекал шахты. Тут есть какие-то шахты? А, кстати, да, точно, пойдём. Ёханый бабой! Жека! Чё? А чё рвануло-то? Как будто метеорит упал нафиг. Ты не слышал? Где? Нет, не слышал. Я не был здесь. Офигеть. Так. А чё, не понял. У меня такой звук был. А ты видел, где он упал? Нет, я просто слышал звук. Будто не знаю, ядерная бомба свалилась. Где я начинал копаться? Да, вот, возле наш... Вот, да, вот тут. Да, все, пойдем, там есть шахта. Да. Так, куда? Шо? Так, ну смотри, я тут уже много чего собрал, но много... Много что не собрал, да?
Жека, я нашел метеоритную руду, прикинь. Я тоже метеорит-чип нашел. А что, она что-то делает нормально, нет? Не знаешь? Не знаю, вроде можно какую-нибудь броню сказать, да, но... Да, можно. Слышь, ты... тут спавни, тут шахта, все, ё... А чё ты ко мне тпснулся? Я тебя чё, звал? Я просто забыл обсидиан, типа, все. Прикольно. О, портал ган! Чего? Портал ган! Иди сюда, я нашёл портал ган! Какой нафиг портал ган? Я сделал портал, ну и как в него залезть? А нужен, наверное, еще один... Смотри, смотри, иди сюда. Ну, видишь? Смотри, делаю портал. Вот зайди в него. Зайди. О, прикол! Прикол! Офигеть! Жека, вытащи меня отсюда! Вытащи! А, ой! Опять обратно вернулся. Да твою мать! Жека, я... Да Давай еще раз. Сразу иди вперед. Жека, я тебя сейчас убью нафиг. Ой, я портал не там убрал, да? Сейчас, подожди, сделай там портал, сделай портал. Давай, заходи, заходи. Опа! Опа, прикольно. Короче, Эдисон, я тебе предлагаю сделать зачаровальню, положить, короче, все сундуки и все. И да, я просто согласен, Жека, с тобой. Так, сейчас. Куда ты сгонял, а? Ты где? Я в деревне. Что ты там делаешь? Я ищу книжечки. А, ты тоже через портал зашел? Угу. Какие книжечки? Мне нужны книжки для зачаровальни. Ой, что это такое? Смотри, хоп-гоблин! Смотри, здесь хоп-гоблин! Иди сюда! Кого? Хоп-гоблин! Какой? Сейчас, подожди. Мне нужно две, получается. А я одна. Сейчас сколько для зачаровальня будет? Не, подожди. Одна или две? Одна. Нормально. Да, держи. Иди сюда. Где ты? Вот, держи. Держи. Это обычная книжечка? Да. Как это нужно поставить, типа, чтобы было удобно. Ну да, вот потом. Так. Да, молодец. Опа! Все, отлично. Всё, отлично. Круто. Так, подожди, еще. Где мы будем ставить портал? Кого? О, Жека, смотри. Я зачарил этот меч на 7-й уровень, да? Знаешь, что мне, чё мне дало? Шарпнес 3. Че? Шарпнес 3. Смотри. А, у меня шарпнес 2, нормально. Ай! Я опять сейчас буду издеваться на твой портал. Не-не-не-не-не, все. Извини, Жека, извини. А, ну иди сюда, говно, давай. Давай, пройди, ну, давай. Все, успокойся. Не-не-не-не-не! А чё ты сам умер, а? Что-то я не понял. Доигрался это называется. Да, доигрался. Давай делаем портал, Жека, да? Так. Шарпнес 3, Жека, не шуточки. А, теперь так. Раз, два, три. Так. НЯ! Так, да. А кремний у нас есть? Да, где-то был, наверное. Может быть. Не знаю. Ладно, кремний мы потом найдем, неважно. Но тут у нас есть портал в Адсер. Да, готовы. Все. Так, ну что? Что ты хочешь сказать? Я устал. Я устал же. Сейчас, подожди, стой. Я сейчас хочу. Собственно, я здесь король, да? Нет. Вот. Ребят, не забывайте ставить лайки, как бы, да, и чем будет больше лайков, тем быстрее мы закончим этот летсплей, быстрее выйдет новая серия, да? Наконец-то свалим с этого мира, да, я буду очень сильно рад, ребята, много лайков, много серий, быстрее свалим. Большое спасибо за просмотр, всем удачи. Зараза! Всем удачи, вот кто нам дом сломал, вот кто... Иди сюда, Жек, я тебя убью, иди сюда. Давай, попробуй. Я тебя убью, Жек. Да, паскуда. Так, Жека, ты от меня не скроешься, Давай. Говнюк! Не надо со мной шутить, Джек. В принципе, ребята, большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока!